Вот как ты считаешь, если ребенок остался у мужа при разводе, у меня, допустим, сколько ты должна платить мне алиментов? Нисколько. Как это? Ну как-то, такого нет. Нет никаких женских алиментов. Ну почему при разводе ребенок у меня остался? Ну. Алименты ты мне должна платить? Нет, не должна. В смысле, не должна. Женщина не платит алименты. Почему? Ну, блин. Ребенок-то у меня. Ну, так отдай мне его просто. Я за ним ухаживаю, кормлю, в сад вожу, плачу деньги. Почему ты не платишь мне алименты? Не знаю. Ну, странная ситуация реально. Почему? Ну, должны же платить. Ну, фигня какая-то. Вообще должны. Ну, как думаешь, сколько? Ну, столько же, сколько и мужчина. Согласен. Камера увидела, сразу инстинкт, да? Смотрите, как он ее в два счета, да, в ступор ввел. Просто, как так? Женщина, алименты, да ну нафиг. Кстати, по статистике, да, если брать именно статистику, то количество женщин, которых обязали платить алименты, в большей степени не платят алименты на своих детей, нежели чем мужчины. Факт.